Подготовка плитки под укладку на асфальтовое основание. Если на песчаное и на грунтовое основание достаточно формованной плитки, то под укладку на асфальт надо снимать формовочные фаски, потому что они мешают качественно уложить. Фаски мы снимаем, ну, банальным образом, болгаркой стачиваем. Конечно, работа пыльная, грязная, но необходимая. Таким образом снимается фаска. И так со всей партией.